Да, Гернадо. Это Гернадо. Куда... Стойте вместе. Вот, все. Хорош. Сива Швепс. Реально Сива Швепс. Все, пухпами даст. Я сражаюсь, как не в себя. Ребята, люблю вас. Давайте, малыши мои. Давайте, давайте, зайди. Молодцы. Let's go! Молодцы! Здорово! Мне пипец. А можно наказать его за это? Можно наказать его за это? Накажите, маму убил вашу. Давайте, давайте, давайте! Бля, легко обидеть мать. Она обиду не заметит. И только может вам сказать, не простуди, сынок, сегодня ветер. Да? Надо, да. Вот, я подвезла, смотри, смотри, подвезла. Ой, как хорошо. Мама Огра, кажется, рулит у вас. А где, я сдохла? Как же так-то? Другое... Спасибо, Эвик, за стил. Thank you for stealing my kill. Что происходит, блядь? Thank you for stealing. Девочки! Девочки! На! Эвик, хил! Ах ты, бледушка! Катя, скажи честно, вот я душнила? Да. А? Да. Смысленно. Карамель, и ты душнила? Когда я душил? Когда я тебе секс по телефону предложила. Ты душил. Что? Да, я им предлагал секс по телефону. А он отказался? Он душить начал. Ну он и душнил. Он душнить начал. Он не сказал, не, я не хочу. Он, я считаю, с точки зрения морали, это совершенно не то. Что я просто этот... элегантно съехал с темы. Да это называется душнило. Написал бы, не в настроении я с тобой, секс по телефону. Он там со мной кадрил меня. О, хорошо. Фух. Очко медузы заслуживает богоподобия. Да кто бы спорил? Сигну? Кому? Сигну. Что такое сигну? Так? Ну, вот это вот лицо такое, как у Гигачада. Какое? Так? Блин. Я не помню, была тема, но я забыла, что это. Когда втягивают щеки и поднимают брови. Это страшно, я на смерть похожа, когда так. Меня ужасно. Ну не так. А как? Надо еще глаза прищурить. И брови не вверх, а вниз. Ну типа... Ну я сам хожу, но ради того, чтобы поддержать форму, получить достижение и там... Почему я не нажимаю? Ты ТП жмешь, отмени ТП! Блин, а куда я? А тут где я? Куда я вообще нажал-то? Я вообще куда-то ТП какой-то нажала. Вот я вы видели, что я ТП нажала вместо боя вообще? Вот нормально. Ужас какой-то, ужас! На него, ну, типа, догон собираешь, все, иди, убивай. Еще один. Как убивать? С руки? Как? Кидаешь вот этот шарик вонючий, влетаешь на нем, жмешь сало, даешь ульту, тычкуешь его, пока на нем сало, потом ему даешь догоном в лицо и все. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Эвик, пойдем аванпост захватим, чтобы они сюда не... Ты похохухлились. Там Эвик просто в мега фиге. Да, я пос... А я... Блин, нет, не хочу! Прости меня, Эвик, прости! Туда не ходить. Ой. Не ходи туда! Миша! Да, я знаю, мне все хорошо. Знаете, первое, что я сделаю, когда Милашин парень придет домой к нам, я достану дилдо из шкафа. На присоске у меня такой есть. И принесу пачку гандона. И скажу, у тебя 30 секунд, чтобы одно надеть на другое.
И вот если он будет ковыряться, пыхтеть, кряхтеть и так далее, я скажу, вон пошел отсюда. Я уже все придумала. И Милаша это знает. Ну, не в таких красках, но она знает, что у мальчика будет экзамен. Дотерам секс не нужен. У них главный секс — это трон спушить. Кошмар. Секс для слабых. Да. Если бы моя дочь уронила бы жареный кабачок на мою, на мой коврик, это был бы жуткий скандал. А так мы ничего не видели. Вот. Ой, а куда это я отправилась? Это что ж такое? Куда ж я отправилась-то? Я ТП нажала. Фу, идиот. Зачем я нажимаю на лишние кнопки? Ваша рапира помещается в ее базу. Все, вот с этого момента в любой момент вас может стать трое. И с этого момента, вот прям вот с этого вот, да, с того момента, как ты расчехлил, да, вот это вот, вот все, чехольчик не забудьте надевать между прочим. Вот. С этого момента ты отвечаешь, считай, уже за троих. Хочешь ты этого, не хочешь. Это так, это база. Прежде чем засовывать свою сосиску в булочку, 100 раз лучше подумайте. Не лучше ли вам, просто дружить со своей правой рукой или левой? Хрусть пальчики, хрусть, хрусть пальчики, в доте девочки, в доте мальчики.